Резкий скачок краж, поджогов и фактов мошенничества. Сегодня кировские полицейские подвели итоги своей работы за прошлый год. В докладе главного кировского правоохранителя перед чиновниками говорится о том, что в 2018-м некоторых видов преступлений в городе Кирове стало аж в 1,5 раза больше. Все подробности в материале. Усиленная охрана на выборах и при проведении чемпионата мира по футболу в России. С этих тем сегодня кировские полицейские и начали подводить итоги своей прошлогодней работы. Говорится, что в 2018-м без происшествий было проведено порядка 2000 общественных мероприятий. Впрочем, в целом, по словам начальника ОМВД по Кировской области Константина Селянина, прошлый год для наших полицейских выдался непростым. Резкий скачок краж, поджогов и фактов мошенничества. По сравнению с 2017 годом этих преступлений стало почти в 1,5 раза больше. В органы внутренних дел поступило более 308 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Зарегистрировано 19 152 преступления. Снижение составило 4% или на 825 уголовных деяний. Снижение уровня преступности произошло в основном за счет сокращения зарегистрированных преступлений против личности, в том числе умышленных убийств, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, побоев, истязаний, угроз убийства. Константин Селянин добавил, что аварий на кировских дорогах в 2018 году стало тоже значительно больше, примерно на 10%. Он поручил дорожным инспекторам проводить больше профилактических мероприятий с водителями и пешеходами. Что касается преступлений, совершенных в пьяном виде и уличной преступности, то здесь ситуация в нашем городе стала существенно лучше. Некоторые позитивные изменения отметил и губернатор Кировской области Игорь Васильев. И это в далеко не простой экономической ситуации. В непростых экономических условиях правительство области находило средства на финансирование мероприятий правоохранительной направленности. В 2018 году фактический объем финансирования в рамках областных государственных программ составил более 360 миллионов рублей. Это и программы «Безопасный город», и различные другие, как я отметил ваши пожелания. Я думаю, что при формировании бюджета будем приоритетное внимание уделять вопросам безопасности. В планах на 2019 год у кировских полицейских значительно поправить статистику в лучшую сторону. В правительстве области, в свою очередь, пообещали активно сотрудничать с правоохранителями. Артем Миронов, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город».